Давайте еще один телефонный звонок послушаем. Доброе утро в эфире. Здравствуйте, как вас зовут? Доброе утро, это Ой, мне? Да-да-да, это вам. Да-да. Я Мы вас ждали очень ждали. Слышу. У меня вопрос к Анатолию. Анатолий, я запала на вас. Я каждый раз увлекаюсь другим мужчиной на радио из гостей. И потом разочаровываюсь. Вот даже с Костей это произошло. Так вот, я хочу вас спросить. Вы читали Чернышевского «Что делать?» Сон Веры Павловны, по-моему, ее. Но это потом вы мне ответите, когда... это первое. Это вот намек. Второе. Вы смотрели фильм «Дурак»? Это российского производства лет 5 тому назад. И это на основе, по-моему, притчи или исторического события, когда человек, вот подобный вам, Косте, зовет людей к лучшей жизни. Но там на примере бытовом. И когда обнаруживается, что люди живут в дерьме, они хотят убить, камнями забить вот этого правдолюбца и так далее. И третье, я хочу вам сказать, на кой черт, а вы любите мат, на кой хер вам нужен этот экономист, который говорит, 3 раза он у нас был, одно и то же перемалывает литературу, которую он перевел, американскую. И то он за деньги предвосхищает, что будет, и говорил, что люди к нему приходят и платят за то, что он расскажет, куда деньги вкладывать, что будет. А потом, в последний раз, он говорил, что он не знает, сомнительно. Ну, мне кажется, что это просто, знаете, не вам. И четвертое, почему вы не говорите о вашей теме, философия, психология, вот это было бы очень интересно, потому что я не доживу до осуществления сна Веры Павловны. Всего вам доброго, я вас очень уважаю, и Костю, конечно, тоже очень уважаю, но я хотела бы его перевоспитать. Кто не знает Юлечку, Юлю знают все.